Когда я пришла в сетевой, я мечтала, знаете, о чем? О том, чтобы маникюр был каждую неделю. Мне кажется, я была беднее полевой мыши. Я вспоминаю этот период. Очень тяжелый был период. Нам просто не хватало, катастрофически не хватало денег. Был даже день, когда я проходила по квартире и набирала мелочь. Прям вот так вот в карманы мелочь. Не в карман, а в ладошки. И пошла в магазин. Молока ребенку купить. Блин, вспоминаю, мне же плохо становится. Слава тебе, Господи, что я так больше не живу. Я была нищей, понимаете? И мы работали. У меня была бухгалтерия, я вела бухгалтерию. Муж хотел на работу. Ну, была вот такая вот зарплата. И нам тяжело было, как любой семье. Я мечтала делать маникюр каждый день. Ой, не каждый день, каждый день. Просто маникюр. Даже по какое покрытие шлак, о нем никто не знал. Просто обычный маникюр. А еще одна из мечт была этот маникюр, я помню, я хотела очень сильно. Косметологу позволяет себе ходить. Сейчас я хожу раз в неделю к косметологу на массаж. Это классно, да, мечты сбываются. А еще я засыпала, и знаете, вот так вот засыпала, спала и думала, боже мой, как я хочу приходить на рынок, в магазин и брать те продукты, которые я хочу. Потому что я знала все акции в магазинах в нашем районе. Я когда бабушка бежала с коляской и проходила все магазины. Если виноград в каком-то магазине был на 10 рублей дешевле, значит, я с коляской шла и покупала виноград там. К чему я говорю? Сетевой может изменить свою твою жизнь. Просто, во-первых, нужно прийти, во-вторых, сесть, обучиться. И классно обучиться в той команде, в которой дают обучение. Мне не дали обучение. Мне не давали обучение. Я пробивалась сама, головой вот так вот шла. И билась как могла, ну так было. И можно изменить свою жизнь, да? Ну вот если у тебя нет стартового капитала, у тебя нет хороших знакомых, тебя не устроят на классную работу, на которую ты будешь ходить и получать много денег. Вот нет у тебя знакомых, что ты будешь делать? Вот я родом из деревни, где жопу лопухом потирали, да? Там вот эта численность была 400 человек. Что, у меня были знакомые, которые меня тут двинут, толкнут, что-то мне принесут, что-то дадут? Нет. И вот сетевой – это как раз то место, где вы сможете реализоваться, где вы сможете зарабатывать, где вы сможете достойно зарабатывать, даже если у вас нет стартового капитала. И вот кто постоянно думает, нужно, не нужно, подумайте, да? Если вы 5 лет жили до этого, и в вашей жизни ничего не изменилось, через 5 тоже ничего не изменится. Начните делать просто другие действия. Тогда что-то начнет в вашей жизни меняться. По-другому это, к сожалению,